На берегу пруда тенистом где тише гладь покой лень, подруга с видом деловитым будить решили в летний день. Мюллер и Штирлиц на природе, забыв на миг про службы груз, сидели молча в небосводе, плыл облаков воздушный вкус. Вдруг леска дрогнула у Мюллера, он под сечу спел едва, как из воды, сверкнув чешуёю, явилась рыбка золота. «Исполню я твое желание», промолвила она блестя. Мюллер, забыв про расстояние, воскликнул рыбку теребя. «Хочу узнать все тайны Штирлица, все мысли, планы и дела». Рыбка вдруг стала бледнолицей, хороша, как будто поняла. А может, власти или денег, здоровья вечного, любви? Пыталась рыбка без утайки отвлечь от гибельной стези. Штирлиц сидел, храня молчание, но в мыслях он вовсю кипел. И зря я тут прикормку справно рассыпать прошлый раз успел. Мюллер же твердо настаивал: «Мне нужно знать все и здесь». А рыбка плавником болтая искала, как закончить политес. Вдруг Борман выпрыгнул из чащи, крича: «Приказ из ставки есть!» Мюллер про все забыв тотчас же дал рыбке шанс назад уплыть. Штирлиц вздохнул почти бесшумно, Борман исчез, как будто сон. А рыбка, избежав безумья, нырнула вглубь, где тьма и звон. Мюллер ворчал: «Вот невезение! Почти узнал я все про вас». А Штирлиц думал: «Вот везение, когда друзья спасут не раз». Мораль сей басни такова: храня секрет, будь начеку. Коль тайну ты хранишь большую, сперва надейся на себя.